Всех приветствую, с вами я, Веган Христолюб. У нас с вами сегодня такое вот видео. На значке написано имя много, суть одна». Там может быть мелко, но там и читать не суть важно. Мне такая картиночка попалась, сейчас мы к ней обратимся. Но я ее на значок поместил. Нацизм, фашизм, национализм, патриотизм. Здесь не хватает расизма, свиноф... славянофильства и прочих вещей. Ну а ролик я так и назвал «Расизм». Да? как основа, а патриотизм превращается в фашизм, национализм в нацизм. Ну и сам расизм, он в принципе, само славянофильство, так называемое, а что это такое, кто не знает, это любовь к славянам, это славяне, которые так гордятся своей, да, своей расой да, и прочие расы, да, расы белых над черными, черные над белыми, красные, рыжие каких только не бывает. Вот и сегодня я об этом поговорю, почему расизм казалось бы выделили, но в оконцовке он надо поставить в одну, в один столбик со всеми. Об этом я сегодня и буду говорить. Давайте сначала к этой картиночке, которая у меня на заднем фоне, на значке обратимся. Кто-то так собрал. Я сначала вам все на... прочитаю, чтобы вы просто восприняли информацию, которая не от меня исходит. И я даже без комментариев сейчас вам просто зачитаю все по этой картиночке и пробежимся по Википедии, по всем этим э, вещам, да. И потом я уже буду говорить своими свободными словами в свободе слова, как я говорю. И я думаю, вам все станет понятно. Потому что здесь будет немножко закручено. Да. Вот. Ну, давайте читать. Порядок тоже не имеет значения. Сейчас все накидаем, потом я вам кое-что скажу, и вам все станет сразу. Все разложу по полочкам, и все у вас будет порядочек в голове. Нацизм форма общественного устройства, соединяющая социализм с крайним национализмом и расизмом. Основа идеологии – одна правящая нация, и все другие нации должны быть под этой нацией. Пример государства – Третий Рейх. Основатель Адольф Гитлер. Фашизм тоталитарная националистическая политическая политика государственного капитализма, которую проводил в Италии Бенито Муссолини. Страна... С основой идеологии. Одна страна и все другие должны быть под ней. Под ней да. Пример государства Италия 30-е годы. Основатель Бенито Муссолини. Основатель режима. Национализм. Идеология, основополагающая принципом которого является тезис о ценности нации как высшей формы общественного единства. Основная и... основа идеологии ⁇ есть нация, и одна горда тем, какой нации, и она горда тем, какой нации она есть. Пример государства ⁇ любое уважающее себя государство. Я вам сразу, вернее, оговорюсь, вот этот э, постик, я так понимаю, создал как раз патриот, о чем мы сегодня будем, естественно, тоже в рамках этого видео говорить всех этих тем. Это я дополняю, что там основатель Гитлер, да, вы видите, здесь таких слов нету. Муссолини там основатель фашизма, Гитлер основатель нацизма. Тут тогда можно по этим картинкам как бы сделать вывод, что национализм основатель Бендера. Это не так абсолютно, да. Мы видим, где патриотизм, там, да. Дядя Сэм, картинка выбрана. Я бы сейчас в современном мире поставил бы сюда Путлера нашего, да ну нашего не нашего понимаете да вот я я вам специально подаю разную информацию да сначала то есть к чему можно обратиться что какое информационное поле в мире существует Но, ну, как я вам сказал в конце я скажу простыми словами вам все будет понятно Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству. Основа идеологии – есть страна и люди, которые живут в ней, горды ею. Пример – государства любое. Вот такой вот мы постик с вами увидели. Ну, а теперь давайте еще на Википедии почитаем. Тоже не забывайте, несмотря на то, что это свободная энциклопедия, как она себя позиционирует, я к ней всегда обращаюсь, как к такому ну всем известному источнику информации, да, и а, а, нейтральным назвать нельзя. Все эти статьи без авторные но это конкретные люди пишут с конкретными разрешениями. Надо об этом не забывать. Вот, как мы видим, слова порой очень замороченные. Я сейчас вам в простоте в конце, конечно же, все подам. Давайте мы тоже пробежимся. Мы много читать не будем всю статью. Мы прям шапки почитаем про каждое, да. Патриотизм. Или со, ну, от греческого соотечественник, да, «отечество. Политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь, привязанность к родине, преданность ей и готовность жертвовать ради нее. Патриотизм предполагает гордость достижением и культуры, культурой своей родины, желание сохранять ее характер и культурные особенности. И идентификацию себя особое эмоциональное переживание своей принадлежности к стране и своему гражданству, языку, традициям, с другими представителями своего народа, стремление защищать интересы родины своего народа. Фашизм, итальянское фашизмо, Союз, Пучок, связка, объединение, идеология и общественно-политическое движение в рамках авторитарного или тоталитарного милитаристского ультранационализма и соответствующий диктаторский режим с жесткой регламентацией общества и экономики. Характерными признаками фашизма являются также антилиберализм, отрицание выборной демократии, социал-демократии, антикоммунизм, реваншизм, эваждизм, экспансионизм, э элитаризм, социальный дарвинизм, э этатизм и в ряде случаев корпоративизм и расизм и политика геноцида. Занимает крайне правое место в традиционном лево-правом политическом спектре. Как вам такой, да? Ну, очень интересно, но ничего не понятно, да? Первые фашистские движения возникли в Италии во время Первой мировой войны, а затем распространилось на другие европейские страны. Слушайте, по поводу вот этих оснований, хоть я тоже сказал такое слово, это вы знаете, это все, это, можно сказать, это лишь слово появилось, да. Все это было у меня будет последний ролик с такой маленькой трилогией, которую я сейчас вот сижу записываю. Предыдущий ролик, кто видел, демилитаризация Кайна, я его назвал. Сейчас вот суть, много суть одна про все вот эти вот фашизмы, национализмы, расизмы, патриотизмы. И последний будет история, вот, так скажем, расизма, по сути всего фашизма. Да, история люб... ненависти, я ее так по сути назову. Да, ну просто там был комментарий, меня про расизм спросили. Ну, как вы сегодня видите, все это одно. Кто последовательно мои ролики всегда смотрит, тому все более это укладывается, сложится. Потому что есть некая связь, а ролики делю по сути, чтобы они 10-часовыми не были просто, да. Вот. И по сути, поэтому всех их основателей, до да, первых песен, и в предыдущем видео про Кайна Авеля мы с вами все поняли, что ненависть к человеку, она откуда истоки берет? А ненависть ко всему живому? Еще от Адама с Евой, от первых самых людей на земле. Вот. Поэтому, а это все лишь форма, это лишь форма, как мы видим, просто где-то что-то есть, где-то что-то нету. Вы знаете, как есть любые там соединения. Есть, есть простые основы всего вещества, да, там какие-то, как говорят, первые элементы, да. А есть их совокупность чего-то, да. И ты убираешь, и у тебя другое вещество получается, там, допустим, 10 составляющих. Ты одно убираешь, у тебя другое. Убираешь другое, да, ты из 10 первое убрал, у тебя... А, а, ты назвал это таким материалом. Убрал второе, это другой материал. Убрал третье, это другой. По теории вероятности из 10, я там не знаю, сколько видов можно компонентов составить. Убрал первые два из 10, 8 оставил, это еще. Вот. Убрал первые третий это другой материал. Вот это все, вы знаете, вот это то же самое. Я если вы поняли, что я сказал, да? Там по теории вероятности, я даже не знаю, вот из 10 первоисточников компонентов вы там взяли. Ну, возьмем всем понятно цвета, да? Палитра, ну да, основные цвета красные, желтые, там 7 цветов, синий, белые, так белого не существует как такого. Но вы поняли, да, семь основных цветов. Я даже честно не помню, какие там они. Вот из них сколько может у нас мы знаем палитра бесконечная. Ты можешь этот с этим смешать, этот с этим первый совсем с каждым по одному разу смешать. Потом ты можешь первый смешать с двумя другими. И, и так с каждым. Потом ты можешь каждый с этими тремя смешать. Причем ты можешь первый смешать со вторым и третьим, а можешь смешать с первым, вторым и четвертым. И так вот, там, короче, из семи только чисел по теории вероятности, я не помню, сколько вариантов получается. Ну, кто знает, это как и коды. что такое код, да? Вот шестизначный код там, вариаций, вот мы, или кто мы, пин-кодами пользуемся, да, в телефонах сейчас, в смартфонах, везде. Из четырех всего, казалось бы, цифр, там, по-моему, несколько миллиард, миллионов или миллиардов э, э, вариаций, да. То есть это не 9999 вариантов, это намного больше, да. Вот. Так что вот так. Ну, э, в цифрах-то вернее так, а там есть, когда разные значки добавляются, ну, в общем, там бесконечно. Вот все эти, знаете, мы с вами почитаем. Я хочу, чтобы вы просто на слух восприняли, знаете, все эти разные слова. Вы видите, что мы, когда про фашизм читаем, мы же, мы же слышим такие слова: государство, народ, там тоталитаризм, расизм. Мы и здесь это слышим. Да, между этими словами есть какие-то определения, слова какие-то связывающих в предложении, в какие-то мысли. Но по сути мы видим, что это везде пересекается, да? Вот. Поэтому я даже, кстати, остановлюсь. Тут намного больше этого достаточно, что мы про фашизм почитали. Давайте дальше. Национализм идеология и направление политики основополагающим принципом, то есть мы видим слово политика, да, идеология государства, мировоззрение там и так далее, основополагающим принципом которого является тезис о ценности нации, национализм, да, как высшей формы общественного единства, ее первичности в государствообразующем процессе, как политическое движение национализм национализм стремится к созданию государства, которое охватывает территории проживающие проживание наций и ее интересы то есть опять видим государство территория нация раса там все эти слова мы видим да Национали, национал социализм э, или более известный как нацизм просто коротко да немецкая тоталитарная радикально экстремистская ультраправая российская антисемитская идеология в общем все, все тоже тут напихали нам накидали э, и движение в 1919-1945 годах форма фашизма в Германии, да, сочетается этнический национализм, идею арийской расы, ее биологическую и культурную превосходство э, над другими расами, расовый антисемитизм, семитская раса, евреи рассматриваются как антипод и главный враг арийской. Славянофобию, о, сегодня мы будем с вами о славянофилах говорить, филио, любовь, да, любовь к славянам а это славянофобия, наоборот, фобия, неприя... непринятие, боязнь, не любовь, да, ненависть. Идея рисского немецкого национализма, социализма, антикоммунизма, антилиберализма, антидемократии. Опять видим все эти анти, да. Основы идеологии изложены в книгах «Моя борьба», «Майнкамп» по-немецки, Адольфа Гитлера, «Миф 20 века», Альфреда Розенберга и другие. Идея национал-социалистической немецкой рабочей партии, существующие ну тут уже более подробно разбирать тоже хватит. Расизм – убеждение совокупности идеологических воззрений, идеологическая доктрина и политика, идеологическая практика, основанная на представлении, что человечество состоит из строго дифференцированных групп, называемых расами, этническими, общностями, другими, одним из которых, врождено превосход... которых врожденно превосходят другие. Расы или иные группы рассматриваются как принципиально отличие друг от друга – биологические виды. Uh, утверждается, что эти группы являются иерархическими соподчиненными между собой, расовая иерархия. Имеется связь между унаследованными физическими чертами и чертами характера интеллекта, моралью, культуры. И расовые различия оказывают решающее влияние на историю и культуру. Uh, распространяется идея расовой борьбы, борьбы между собой за существование различных рас, рассматривая как отдельные биологические виды. Ну и как пример, давайте я добавил еще только что, славянофилию тоже рассмотрим, это как наоборот антипод расизму, да, на самом деле под славянофилией можно все что угодно подставить, я конечно не знаю в каких странах там свои заморочки, и я не все знаю этносы, все расы, да, и кто там кого любит сами себя, да, это, ну в принципе, не знаю, в Америке сейчас это движение черные, как они там, ну, начиналось с черных пантер или как они, ну, кто, ну, вы поняли сейчас, которое, забыл название. Вот, это где угодно есть, это все то же самое, это славянофилия, не знаю, восток, как там, чтобы не один китайский народ был, а вот все-таки восточный, а, а азиатофилия есть, наверное, такой, кто вот мы там азиаты, да, африкано-филия, южноамериканофилия, да, это все неважно. Вот мы вот, пусть мы не прям вот совсем маленькие, я там латинец, но я там и какой-нибудь там еще, да, вот мы вот вместе, все-таки мы тут на одном острове живем, на, одной, на одном континенте, все-таки мы более похожи, да. Вот, Давайте просто на примере, я как русскоговорящий, поэтому я буду да, о славянофиле сегодня говорить. Славянофильство было интеллектуальным движением, возникшим в XIX веке, которое хотело, чтобы Российская империя развивалась на ценностях и институтах, получаемых из ее ранней истории. Славянофильмы выступали против влияния Западной Европы в России. Аналогичные движения были также в Польше, Сербии, вот мы видим, да? по своим там, принципами, кто они там, арийцы, вот именно европейцы там, или еще кто-то, или э, на севере, как они, нормально, ну, вы поняли. То есть, короче, это не важно, это везде все одно и то же. болгарии чехословакии В зависимости от исторического контекста, ее противоположность можно назвать славянофобией, страхом перед славяной культурой, а также тем, что некоторые русский интеллект называются западничеством. Ну вот такие мы с вами Википедии поднакидали. И теперь давайте ближе к теме. Я теперь своими словами очень легко вам все объясню. Хотя вот ролик, я говорю, как бы расизм как бы выделяется, но это неправильное понимание. Я своими словами сейчас все очень просто вам объясню. Это все зло. Сейчас я кое-что сделаю. Вот я вам такую палитрочку подготовил. Это все абсолютное зло. Вот есть черта. Рай, да, нейтральная, как я говорю. Даже не так, сейчас мы такой серенький фон выберем. Вот, вот есть черта. Сотворение мира, я всегда говорю, да, у нас есть рай, у нас есть... Ну, рай это есть как бы вот эта нейтральная черта, да. Вот. В нем человек мог либо восходить на высоту степени... Ой, что это на, на высоту степени святости уч, учиться, да? Либо спускаться куда, ой, 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 вернись. Либо спускаться куда на дно Ада. Либо любить, либо ненавидеть. Что такое, что такое национализм? Вот первое берем. Национализм. Тут писать не очень удобно. Национализм, да. Ну, я вот так вам буду, вы понятно. Национализм – это никакой национализм, как говорят, что это такое. Начнем с самого, я говорю, простого. И поймите, вот это сейчас вы все поймете. Национализм – это любовь к своей нации. Я русский. Нация. Что такое нация? Надо тогда понять. Да это люди, объединенные государственными границами. Все. Государственными границами все. И, и национализм ⁇ это любовь к своим, к людям, живущим вот в, в, в границах этого э, государства. Понятно, да? Они могут быть кем угодно. Вероисповедания, той же самой расы, этноса, так называемые. Ну, расы, этноса, почти, почти синеменичные понятия, слова, да? И вот якобы это любовь. Это же любовь. То есть, по идее, меня это должно куда возводить? На небеса, в Царство Небесное. Нет. Меня это сводит на дно ада. И любой националист, кто знает, вот современный Путлер, который управляет Россией, он, он полно видео в интернете, найдите их, да, где он себя сам все время называет националистом. Я говорит, наци... я, говорит, первый националист в России, я главный и первый, я самый самый такой горячий националист, он сам это не скрывает, говорит, кто-кто, это я самый первый. Это его слова, найдите эти видео в интернете, их полно-полно. Там сборная Солянка, где он об этом постоянно говорит. Любой националист приходит к чему? К нацизму. Любовь оказывается только к своим, только к своей нации приводит меня. Казалось бы, вот эта любовь любовь есть слово, да, приводит меня куда? На дно ада, к ненависти ко всем остальным нациям. Потому что нацизм, теперь мое определение, это ненависть к другим национальностям, к не таким, какие мы, которые вне границ нашего государства. Так, так национализм, это любовь, она возводит меня в Царство Небесное? Нет. Это, это две стороны одной медали. Если вы любите только кого-то, если вы ограничили себя в любви, это автоматически говорит, что вы ненавидите других. Это автоматически, как бы кто ни выдавал. Вы знаете, у меня есть ролик о вся проповеду о том, что Бог есть любовь, и разделяя власть в этот ролик, я говорил, что у любви нет никаких весов. То, что вы по плоти испытываете больше чувств, теплоту к человеку, то есть ответную любовь, а это просто у вас теплые чувства, когда вас любят. Не путайте это с тем, что вы этого человека больше или меньше любите. Любить врагов очень легко. Любить вообще все, потому что Бог есть любовь, очень легко. Ты любишь все одинаково. У любви нет никаких весов. Дела лишь проявляются по-разному. Вот и все. Если ты, как ты же Любишь свою нацию больше, чем другие, все, ты не туда пошел. никакой это не путь наверх, это путь вниз. Это путь вниз. Ты по плоти, как Иисус говорил, рассудил. Ты отделил одних, других по плоти. Границы государства твои меняются. Их, их меняют люди, их передвигают туда-сюда. Только вчера там бой не было, вырезали. Завтра взяли... Да, возьмите, я говорю, я для русскоговорящих я говорю какими-то примерами более нам понятными. Возьмите Чечню. Это всем, это даже там не какие-то далекие времена, там, когда я рассказываю, как почитать историю, как там новгородцы резали москвичей, да, москвичи резали псковцев, ростовчане, э, псковцы ростовчан, да, ростовчане э, казаков, и, и пошло-поехало. И все друг друга режут целыми днями. Нет, пусть даже вот самый близкий. Посмотрите, что было с Чечней. Казалось бы, вчера мы еще братья. Все, одна страна. Все, Чечня захотела отделиться. Что мы делаем? Насильный мил не будешь. Мы помним, вот принцип, нет, будешь. Будешь. Хочешь отделиться? Нет, ты будешь моей. Что? Режут, убивают, стреляют. Национализм. Я люблю своих. Вот мы вчера были все. Я, естественно, люблю чеченца, неважно, что он другой национальности, другого, в основном вероисповедания. Мы вроде как в СССР жили, я его любил. И он, и я националист. Мы так любим друг друга, друг за друга, любым другим нациям, кто за наши границы, готовы горло перерезать. Только он выходит за этой границы, и он становится за этой границей. Все. Ты, относительно него, становишься нацистом посмотрите, что Россия, расисты делали в Чечне 10 лет. Только за то, что они сказали, нет, а мы хотим вот тут тоже границы провести и от вас ограничиться. Националист русский превратился сразу же в нациста. Начиная с Ельцина, да, тоже националист был, тоже любил Россию. Только кто-то ему говорит, нет, извини, я вот не хочу с тобой. Все общего, ничего иметь. Или просто хочу быть, ну, хочу быть свободным. Да. Нет, он, он из националиста со всеми своими расистами сразу превращается в кого? В нацистов? В человеков, ненавидящих эту что, нацию, которая, то есть она ограждается. Это другая нация становится. Потому что другие государственные границы. Все связано с государством в национализме, в нацизме. Второй пример. Патриот. Патриотизм. В кого он про... тоже? Как выдают? И ниже фашизм. Дно ада. Рисую для вас, да, как учитель в школе. Фашизм. Кажется, фашизм вы что? Фашизм это ненависть. Ненависть кого? Тоже, по сути, поймите, там, видите, как, я, знаете, все опять перекликается. Это опять любовь к кому, а там все вместе сразу и там и нация, и в той же самой в своей нации, но любовь уже она так сужается еще в своей нации. Я люблю еще только я, конечно, националист. Я люблю свою, свою немцев, но я еще и в любви к немцам люблю только арийских немцев. Потому что если он еврей, но не есть, ну вдруг он как-то оказался когда-то до меня, когда там, ну я сейчас от имени Гитлера, да, пришел к власти, да, и он был немцем, конечно, но он еврей, или он поляк, или он русский, славянин там, да, то уже я его не люблю. Я люблю только арийских немцев. Вот вам патриот, Потому что все патриоты, заметьте, в России, они именно кто? Расисты. Патриотизм, это почему, и почему патриотизм, опять, это как начало, и, казалось бы, это псевдо, это древо познания добра и зла, это якобы добро, да. Я всем про, про, про райский, когда рассказываю все эти символьные события, да, там почему древо-то добром и зла названо познанием? Потому что антиподом его является древо жизни. Но почему в Библии так написали, без кавычек, просто и у людей, конечно, не доходит, почему там написано, и эту историю порой э, не могут допонять. Там и написано, что там просто надо добро в кавычки взять, и все тогда понимается. Вот. Потому что никто зло в чистом виде не скушает. Вот. Поэтому вас просто помещают вот сюда, якобы вот линия рая, э, неправильно рисовал, вот ты человечек, и ты выбираешь якобы, а вот патриотизм это свет, иди к нему, а фашизм это тьма, не иди к нему. Нет, ты тебя дьявол поместил вот в эту матрицу. А на самом деле это не добро, это такое же псевдодобро, это псевдосвятость, псевдолюбовь. Потому что любовь к русским в России, это никакая не любовь. Любовь к Арийцам в Германии это никакая это никакой не патриотизм, никакая не Вернее, патриотизм, это никакая не любовь. Вот. А, 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 а истина где? А истина в том, что ты вот здесь должен находиться. Здесь древо жизни у тебя, любовь ко всем, ибо Бог есть любовь и создал всех. А здесь тьма, смерть. И ты между этим должен выбирать. Но тебе, конечно же, рассказывают, что патриотизм это путь к свету. Нет, это путь к тьме. И ты, любой патриот, в кого превращается? В кого превращается патриот? В фашистов. Слушайте, я 6 лет об этом говорил. Когда все началось вот эта расистская агрессия во главе со своим Путлером, ну и там кучей путлеров, его этим их прихлебателей, жополизов, да, таких же шизанутых фанатиков, сейчас так актуально все это. Я говорю: посмотрите, как эти патриоты превратились в. Самых настоящих тех фашистов, которых они так любили говорить и запугивать, что да, ты когда здесь стоишь, ты смотри, вот сюда не свались. Смотрите, как все. Прямо на наших глазах. И тут же они в кого превратились. Они и сами превратились из патриотов в фашистов. Они уже носи они уже физически устраивают геноцид уничтожать другой вообще народ который и другой по нации, и другой по государству. То есть все тут. У них национализм в нацизм превратился, и патриотизм в фашизм. То есть у них нет государства. И фашизм, конечно, мы с вами почитали, своими словами вам скажу, что как, как бы про Муссолини, когда говорится, и про Италию, ну как бы там завязка вся на государстве. Но она и в нацизме, на государстве все равно завязана. И лидер этого нацизма, по сути, такой же Гитлер тоже лидер государственный, точно так То же, как сейчас Путлер. Он помимо идеологичности своей, но он не просто там какой-то этот лидер просвещения или министр культуры, и он там двигатель этого. Нет, он еще и глава государства. То есть все это, видите, все это очень пересекается. И мы видим, как они превратились относительно Украины. Все эти национал-патриоты, как их и называют, и заметьте, именно такое словосочетание Путлер употребляет, и все расисты. Национал-патриот. Вот эти национал-патриоты превратились в нацистских фашистов. Почему тут все это добавляется? Ну, потому что нацизм это как бы к нации, к Украине не приняли, а фашисты государство не приняли. А Путер во главе со своими расистами, э, расисты во главе... Кстати, очень хорошо сказано, что Путер во главе со своими расистами, потому что он такой же, да, они, они им также управляют, да, он тоже их не такой же раб. Вот, поэтому они все одни сапоги одной пары, да. Вот. И они из национал-патриотов, посмотрите, как превратились в, наци... в, на... в, наци... в... в нацистующих фашистов, как хотите, или фашистующих нацизмов, или в нацизм фашистов, или в национал-фашистов, как хотите. Вот так вот. И последнее, что у нас, я говорю, казалось бы, казалось бы, суть у них у всех расизм. Ну, расизм не может быть их не суть. Мы сначала расизм это тоже еще, как я вам сказал, просто один из вариантов все. Расизм точно так же он вот здесь вот. Расизм. Ой, простите, неправильно. Расизм-то я вот, жалко, не с края нарисовал, что тут замельчил. А удалять все не хочется, хочется, чтобы у вас на экране все остались. Расизм, он тоже вот здесь. А здесь сверху у нас что? Ну, как я вам сказал, уже славянофильство или любое другое фильство. Неважно, Ария, фильство, э, там... Я просто не все эти знаю, объединения, как они там, да. Но я вам пример привел, да. Вот, это, это уже где не одна все-таки нация, а какое-то такое объединение. Это больше уже, знаете, я бы вот это фильство как-то континентально бы назвал, хотя Россия тоже континент, во-первых, вообще евразийский континент очень большой, да, одно дело американский, там разделен, опять же, даже Северная и Южная Америка. Ну вы поняли, да, то есть такие везде есть. Я говорю, это есть... А... А... Вот, жалко, я забыл, как же это движение сейчас, которое, типа, афро чернокожие, это в Америке-то. Но ну, вы поняли, да? Вот вот это вот фильство к своим, опять любовь, неважно уже не границы, уже вот именно, уже именно, потому что этнос, раса тоже близкие понятия. Там, может, есть различия, я вам тоже не буду тут понтоваться, что я прям все знаю. Надо опять все вникать, я уж тоже все это... Суть одна. И причем, знаете, я почему сейчас подведу-то? Во все это вникать, это, как Экклезиас хорошо говорил, воздух ловить, гоняться за, за ветром. Вот все вот эти вот, вот границы, я вам показал уже пример, все двигается вот так вот. Элементарно нация, что такое русский, я говорю, кто это такой-то, где он есть, -то? и он может быть за границей, получается, потому что фашистом как бы вот ограничивает себя границами, вот, здесь то же самое, по поводу расы, этноса, когда нас, господи, любой нормальный человек, конечно, когда встречаешь, он все понимает, ты с ним разговариваешь, говоришь, ну, что такое славянин, кто это есть-то, да, мы все от Адама и Евы. Я всем говорю. Грубо говоря, мы дважды от одного человека. Первый раз от Адама с Евы, второй раз от Ноя, чтобы было понятно, какие расы, да мы все оттуда родом, так скажем, да. Более того, в одной стране ты попробуй, или в одной нации, или в одной стране, граничными границами, или вот еще попробуй найди с одной капли крови. Да, там какой только крови не намешано. Что такое? Как ты будешь определять этого человека? Да, у всех какое-то глупое представление, что там э, арийская раса, допустим, это белокуры и блондины такие, да, с голубыми глазами. Это абсолютно не так, вы посмотрите даже на самих лидеров, есть цветные изображения, посмотрите на этих нацистских лидеров, те же самые фашистской Германии, нацистской Германии, да. Да, они там все белокуры с голубыми глазами, блондины, да под 2 метра ростом. Нет, совсем нет. <laughs> совсем нет. <laughs> Чего говорит то одного Гитлера достаточно, чтобы просто опровергнуть этот бред. Но у людей откуда-то это все в головах, вот где-то что-то услышало, прилипло и витает в облаках. Как ты будешь славяна, славянина определять? И вот кто это такой? По как, 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 как вот его определить? Это, как ему выдать-то это, это знамя? Да. Этот пачпорт, что он славянин. Я вот не могу понять как ты будешь определять тогда, кого любить, кого не любить? И вот эта вот любовь к славянству, к всего славянскому, да. Тут подразумевается уже, как вы видели, единственное, мы с вами прочитали, под вот это вот любовью такой, вот этого какой-то группы, эта любовь подразумевается к культуре, там, к обычаям, к традициям, за, за которые тоже готовы горло драть. Вот. К чему это все приводит-то? Вот к чему, к тому, к расизму. Вот так вот. Поэтому, потому что просто расизм это ведь э, ненависть к конкретной расе. А что такое раса, а как ее определить? Да. Вы туда впихнули кого-то там, чернокожие. Но чернокожие, э, может быть, разные. У кого мама, папа, у кого мама черная, а папа белый. Он там уже мулат получается. А его к какой расе отнести? А она потом опять э, девочка-мулатка, а парня себе мужа выбрала черного. И там опять почернение. То есть у нее уже, как говорит у меня бабушка, там еврейка, а у меня, у меня теперь, получается, только бабушка белая, а так все черные. И потом это будет опять белость, изглаживаться. Если так и будет дальше, по чернокожим там браки заключаться, семьи создаваться и дети рождаться, то эта белость будет изглаживаться. Кто это мерило будет? Где они, это мерило-то? Получается, все эта черта, вот если ее подвести жирным таким, да. Все это чепуха. Все вот это дерьмо я назову. Его надо просто вычеркнуть из своей головы и выкинуть из своего сердца. Все, что вот это вот есть. Национализм. Да, нацизм, фашизм, патриотизм. Я буду так стрелочками. Национализм, нацизм. Да, Ра -а 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 -а. славянофильство, расизм. Патриотизм, фашизм. Все это чепуха. Все это ниже, ниже нуля. Все это там. Это от вот тут вот... Э -э 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 у верха ада ты плаваешь, вот до дна ада самого. Все это где-то там, больше или меньше. Кто-то больше, кто-то меньше. Кто-то там готов на словах диванным быть, да, нацистом, но не готов, конечно, пулю в лоб человеку пускать. Вот, это все разный уровень, но все они там. Все это болото, это все и вот там ниже уровня. Да. Это все не на весть. Ненависть к чему? Ненависть по плоти. Границы человеческие государства. Границы нации, пусть они более умовые. Границы крови. Вообще, я не знаю, кто там способен их полагать. Это вообще что-то из области невидимого. Ладно, там на земле хоть можно столбы вкопать. Вот. Э, нация можно хотя бы словом в паспорте там ограничить русский. Американец, как там кровь, это вообще, какой надо паспорт выдать, как в эту кровь, никто еще нет никакой технологии к чему-то привести, она настолько разная, что это каждый человек уникален. Вот это все, это все вот дно, туда вот все, в ад. все ниже уровня, ниже нормы. Вот. Это ненависть, а все, что выше, это любовь одна ко всем. Я об этом все время говорю в своих роликах. Есть, есть единственное, просто вкус, есть разность, есть творчество, есть понятие нравится, не нравится, или мне, как говорится, мне по вкусу, не по вкусу. Вот и все. Но это не хорошо или не плохо. Здесь есть понятие хорошо или плохо. То есть ты черный это плохо, белый это хорошо. А когда здесь ты выше находишься, не надо смущаться, конечно, когда тебе не нравится, может быть, чернокожий мужчина или белокожий в сексуальном плане, в плане там любви какой, да, вот такой плотской, по плоти вот опять. Это просто тебе, может, тут не ест, я всем привожу вся пример, еду, овощи. Я все равно до сих пор не все ем. А на протяжении своей жизни мои вкусовые предпочтения менялись. Я что-то начинал любить, чего раньше не ела, чего у меня даже в прямом смысле была и физическая до сих пор. Я всем про чеснок рассказываю, который есть не могу, про то, что я э, от юности своей до сегодняшнего возраста там не ела, потом начинал есть, я обожаю и жизни своей не представляю без там помидоров, э, кукурузы, э, персиков, да, чего я в, в какие-то годы жизни не ела, потом начинал есть, да. Вот. Э, так что вот так вот. И то, что мне нравится, не нравится, это не значит, что это плохо. Если я не могу есть физически не перенося чеснок в чистом виде, в свежем, да, это не значит, что он плохой. Это я не могу просто его. Если мне этот человек, это там женщина физически я к ней не испытываю физическое желание, это не значит, что он плохая. Другой испытывает. Это дело вкуса. Если мне не нравятся зеленые штаны, да. Не нравится мне цвет. Я вот не люблю зеленый. Я не люблю даже желтый, да, там кто-то. Я вот такие яркие какие-то вещи. Я не люблю уходить. Мне нравятся там другие цвета. Но это не значит, что желтый плохой. В других моментах я его обожаю. Да. Я же обожаю желтые те же самые плоды. Да. Я обожаю зелень, траву. Да. Ну, зеленая майка мне не нравится. Не значит, что она плохая, и цвет зеленый плохой. Нет, это мне просто. Мне просто не по вкусу, я не могу это объяснить. Это не хорошо, не плохо, тебе нравится, и слава богу. Это не повод для разделения, это, это не не любовь, это не ненависть к зеленому цвету, в принципе, это даже не ненависть к этой зеленой майке. Мне просто не нравится, я не получаю это удовольствие, поэтому я ее не использую, всю эту вещь. Мне этот продукт не подходит по каким-то физическим или вкусовым. Я могу есть, да, Чеснок, от чеснока мне совсем плохо, у меня что-то там аллергическое в горле появляется но я помню что и говорил что я там от персиков меня вырвало как-то в поезде еще в юности с родителями с югов ехали я помню вот ну от а других вещей меня не прям рвало но я не мог их есть я не мог когда там кабачки я не ел помню меня заставляли пихали в рот как это да сейчас я все это обожаю вот. поэтому вот так вот поэтому не путайте вот и все вот вся разница все это, все это зло, все это тьма, все вот эти вот национализмы, вся вот эта вот бредятина, все это тьма. Есть любовь и ненависть, все очень просто. А любовь, она никого не делит, она никого не разделяет. Это очень важно понимать. Эту любовь, Бог, любовь, что нам явил Бог, в плоти, Иисус Христос. Это очень важно. Никакого разделения нету. Человек любит все одинаково. Если ему что-то просто больше нравится по вкусу, это не повод ненавидеть все остальное, а это все превращается в ненависть именно. Это очень важно. Вы скажете, что нет, им просто нравится. Это да, ну, по твоим словам, вот, но тогда и националистам просто, или вот славян фил, он просто любит русскую культуру. Нет, вы когда углубитесь хотя бы, мы с вами шапочки почитали, вы начнете вчитывать, смотрите, ненависть ко всему западному. Именно, и причем ненависть, даже такие слова употребляются, и в трактатах их, да, почитайте Майк это мы же шапочку прочитали всего вот этого. Туда копнешь все, что, о чем я кратко вам сказал, именно все это там и есть. Там помимо... Это сначала так кратко говорят, чтобы, чтобы вам эту блевотину, вы же не будете блевотину есть. Вам ее приукрасят, завернут, да, может даже чем-то вкусненьким сверху посыпят. Но это блевотина, хотите говно. Вы же есть его не будете, нет. Но если вам попытаться его как-то кремом залить, сливками, как там делают, да, то, то тортом каким-нибудь. Вот. Вы подумаете, что это торт, начнете есть, а там говно. Вот там то же самое. Да, кратко говорят, патриотизм ⁇ это любовь к родине а потом выясняешь, а там целый букетик. Да, ненависти ко всему остальному. Это очень важно понимать. Поэтому я говорю, там просто красивые словеса. Вот. Она и в нацизме есть красивые словеса. Тогда он говорит, я же люблю вот а, 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 арийца. Я говорю, уж там говорю, все это шиза, что как интересно, Гитлер все это, я говорю, все, в своей голове все это укладывал, кто такой ариец, как он его будет определять. Вот. Но это уже, я говорю, оставляем за гранью, потому что Свет тьму не поймет. Я даже, я даже в их мозг воспаленный. Не представляю, как мне влезть. Да, я на, над всем этим. Вот. Ну, я задаюсь, как говорится, видите, публично даже этими вопросами, но у меня -то есть ответы. Вот. А что там у них, я понять не могу. Это все, это очевидно, что это тьма. Вот и все. Так что вот так вот, такие вот простые выводы. Так все очень просто. Знаете, меня вот поражают люди, которые это не способны распознавать и видеть. Все это, все это вот, вы не в той матрице. Да. Есть одно, любовь ко всему, абсолютная, совершенная, просто любовь ко всему. Нет никакой ненависти, нет никакого разделения по внешним, видимым, невидимым. Есть добро и зло, все, между ними грань. Все остальное, все это плотское. Когда люди друг друга ненавидят за какие-то внешние вещи, нас вот с этой культурой. Да, ой, они к нам придут, какую-то нам нашу русскую культуру разрушат. Какая русская культура? Где ее границы? Зачем только в нее цепляться? А, почему вы не да, по-другому не взглянете, что стакан не наполовину пустой, а наполовину полный? А может, они обогатят ее? Как, как они могут разрушить? Как можно это разрушить? Разве если мне на тарелке я еще положил грушу? У меня к яблоку грушу положил, мне что, яблоко сгнило тут же? Нет, вместе яблоко и груша. А если я скрещу эти два дерева, у меня получится. Как мой любимый сорт-то есть, кто знает. Яблоки вкусные, как груша дюшес или как он называется. Люблю я такие яблоки, смешанные груши. Очень вкусные. Потому что я грушу очень люблю. Я яблоки люблю, но яблоки бывают кислые, а грушев в основном нет. Вот есть скрещенные сорта, яблок с грушами. Я не помню, может, тоже, опять же, какие-то попадались мне такие. Я очень люблю, очень вкусные они такие. Ну вот. Хотя, по сути, это уже не яблоко и не груш, это даже не смесь, уже, это просто другой, можно даже фрукт назвать. Вот именно, потому что все вкусы плюс-минус похожи. Мы, когда пытаемся один вкус описать, мы пользуемся другими вкусами. Что такое голубика? Ну, это, знаешь, это так вот, а, там, а, малина, там, с брусникой, и что-то такое, мы пытаемся за счет других просто вкусов описать то, если ты те пробовала. Вот понять этот вкус приблизительно очень. Вкус этот уникальный. Ты не объяснишь вкус персика за счет вкусов груш или яблока это бесполезно. Он на то и другое Это уникально. Это первые источники, первые материи. Такой, 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 такой вкус. Да, что такое фиолетовый? Это понятно. Это красный с синим. А что такое красный? А что такое синий? Все. И их разложить на сложные, на простые нельзя. Это не сложно. Это самые простые первоначала, первые источники. Он и есть зеленый. Что такое зеленый? Ну зеленый. А что это такое? Ну вот есть пер. Есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все. Дальше уже да. 11 это уже 2 единички. А, это, а что такое единичка? Ну все. Вот единичка есть. Вот так вот. Вот такое вот видео. Надеюсь, оно вас к чему-то подведет. Все это тьма, вот это все выкиньте просто на помойку. Любите все. Никогда не судите никого по плоти. Не будьте вот этими славянофилами. Да, чего-то любовь к чему-то там. Если у вас есть к чему-то внутреннее, да, мы, нам что-то нравится, что-то не нравится, это вообще выдавать за что-то великое, ведь это за великое выдает. Я в автомате начинает, вы просто это же видно. Я говорю, каждому я, я, я разжевываю это, а ведь это каждому должно быть очевидно. Когда я начинаю с этим насаться, все это беда. Это просто беда. Потому что начинаешь нас с этим, ты отвергать начинаешь все остальное. У тебя фобии появляются. Потому что ты славянофилия, и там в статье как было, а у кого-то вызывает славянофобию, ну, это опять какой-нибудь патриот писал. Да, твоя славянофилия вызывает у тебя как раз там американофобию или ариофобию, именно это, потому что ты сам пошел не туда. Ты начинаешь вот так вот, А, -а культура, ай, придет стих. Да кто там вашего Пушкина, куда он его день? Он уже есть, он уже часть истории, его и так и будут читать. Что дальше-то? Ну что дальше-то? Это вообще дурдом. Это просто дурдом, вот это все, это вот это, я говорю, это все там ниже тьмы, это надо вообще это выкинуть от тюрьмы. И, и запомнить, есть любовь и ненависть, все. Либо вы любите, либо нет. Все очень просто. Да, у любви нет предела и совершенства в делах. Да но принцип один. Вот и все. Ну, надеюсь, вам это было полезно и назидательно, и отрадно. Для кого так, ставьте лайки. Думали, все? Нет, не все. Как обычно, это бывает. Я остановил ролик и кое-что вспомнил. Слушайте, мы с вами забыли об очень важной группе. Все, в принципе, не хочется, просто это было в одном ролике, я его смонтирую. Мы с вами забыли кого? Это ревнителей по чему? По религиозным культам. Давайте мы о них не забывать. Как угодно их назовите. Ревнители по Богу, по культам. Религиозные фанатики их называют. Или просто церковники, церквоходы. Как только не называют. Все люди, исповедующие какие-либо культы. В частности, это, это не только христиане, псевдохристиане, православные, католики, протестанты. Это и все религии. Это и мусульманство, все то же самое. Это иудаизм, Псевдохристианство, все эти православные католики, протестанты все то же самое. Заметьте, с чего у них начинается. Я вот такую картиночку подобрал, да. Начинается все красиво: с защиты культа, наши обряды, да, с какой ноги на ногу перемина... переминаться, как креститься двумя перстами или три с тремя. Как креститься? Справа налево или слева? Вы заметьте, о каких вещах они спорят. Вы просто вдумайтесь в этот бред два раза аминь сказать или три раза аминь. Я всем не раз рассказывал, узнайте историю, откуда появились старообрядцы и так называемые никоновцы, которые сейчас называются РПЦ, да, православными так называемыми. Что они творили? Они поругались, это вчерашние братья и сестры, стоящие в одном храме, они поругались из-за того, там целый наборчик был, но самое известное всем, такой, я поэтому в пример просто привожу: это какими перстами креститься, двумя или тремя перстами. Более того, самое удивительное, вы знаете что? Когда в этимологию вдумаешься, и ну, они знали, да, чем они, то вот когда крестится тремя перстами так называемыми, да, то это означает три пальца Бога, троичность Бога, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, а два пальца прижатые к ладони, это две природы Иисуса Христа, божественная человеческое. А раньше крестились двумя все православные, в том числе в России, не было никаких старобрядцев до 14 века до 15 века, ну, рубежа 14-15 веков, Раньше вот так крестились, и старообрядцы, поэтому и отсюда название, а так и осталось. А вы знаете, что вот это обозначало, когда крестились раньше так все православные в России, в том числе? Две природы Иисуса Христа, божественная и человеческая, и три – постасность Бога. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Вдумайтесь, вдумайтесь и ужаснитесь, какая дурь. Так называемая церковь Христова, православная в России, развалилась из-за того, на две части раскололась. Причем с ужасными э, последствиями эти так называемые никоновцы, новообрядцы, да, православные сейчас такие, которые, которые старобрядцев тоже за говно не считают, вот, они. Они сжигали, прямо закрывали в храмах, старобрядцы не хотели выходить, покидать, их выгоняли. Храм-то общий, вчера он еще общий был, в селе мы ходили. А сегодня никоновцы говорят, а раз вы не принимаете наше нововведение, уходите. Храм в селе один, его всеми строили, а почему мы должны уходить? Они там остаются, что делают никоновцы? Закрывают двери, тысячу человек в храме, поджигают в жертву Богу. Да. Другую картиночку уже поставим, она будет как раз отображать, Ре реальность происходящего. Сейчас я вам ее покажу. Как вам такое? Как вам такое? Узнайте, ужаснитесь. Когда мне пытаются что-то там в противовес поставить, что культы, ну они не такие плохие, ну, ну все там терпимо. Вот они до чего доходят-то. Они вчера, вы вдумайтесь, а всегда попытаюсь, кто знает, вот я пытаюсь погрузить в жизнь, в обстоятельства, в контент. Вдумайтесь вчера еще, в прошлое воскресенье, эти все люди стояли в одном храме, называли себя православными, ревнителями по культу, готовы фанатиками, от слова фанатус, смерть, умереть готовы за свою веру православную, за свои обряды, религии, всю эту культу, культуру религиозную, как креститься, куда кунаться, куда в какое место попаться целовать, готовы умереть за это, сами пока готовы умереть. Они религиозные фанатики, они готовы все это сохранить. Они, они, не даже внешне кто-то на них напал, они раскалываются из-за внешней глупости, внешней. Как я вам, видите, рассказал, вы узна... если вы захотите, вы все это из источников узнаете. От того, что вот, вот такое тре... пятиперстие, ну как назвать-то, ну его троеперстие называют, я имею в виду, что у тебя пальцы пять, переменились лишь форма. Смысл даже оставили один и тот же. Ну, вот это изменили на вот это, как я вам объяснил, не поменялось даже сути. Из-за этого тысячи людей были убиты своими же братьями и сестрами во Христе. Вдумайтесь в ужас и в каком состоянии находятся эти люди в этих культах. Ну, скажем, ну, там же не все в этом участвовали. Это не важно. Те, кто не участвовали, как сейчас и с войной в Украине, все остальные молчали, все остальные не вышли из этой системы, все остальные не воспротивились хотя бы, как это говорят, саботажем, молчаливым протестом, хотя бы выйдите из этого. Это же дерьмо, это же блевотина, это же те же самые люди, которые что делали? Ну что делали эти люди? Эти же самые люди, где у меня картинка Я еще не закрыта? Эти же самые люди иудеи, начальники, и народ, и пусть не весь народ иудейский, еврейский убивал Христа и был на площади, обвиняя его. Но по точно такому же принципу один еврей иудей убивал другого еврея иудея Иисуса Христа, Богу любовь явившегося в его плоти. Все то же самое. Да как вы не выйдете после этого из этого культа? Потому что вы не знаете истины. И это же самый а, ревнитель по истине фанатик, готов отдать, отдать, ладно, свою жизнь. И старобрядцы ничем их не лучше. Протопопа вакуум, сидя в, земле, в тюрьме, но это раньше тюрьмы были просто выкопаны, по сути, в земле ямы, накрытые железной решеткой, да, и так как Никон был первым патриархом, первый патриарх, который до сих пор в самой церкви не поминает, уже в этой новообрядской даже, они стыдятся этого, не поминает своего первого патриарха, вы расскажите всем, вы когда к вам приходит новые обращенные, вы вербуете, вы рассказываете им об этом, что, как началось ваше, с чего началось ваше православие Московского Патриархата, с какой позорной страницы истории, естественно, он был патриарх, естественно, он, со своим царьком Иваном, все у них там было на мази, да, все они руководили, там отличненько убивали и точно так же одобряли все войны, все то же самое, как сейчас Гундяев с Путлером делают. Вот. Ну ладно, там к внешнему врагу, сегодня уже это оставляем. Ну, вернее, мы сегодня об этом поговорили. Внутренний враг, внутреннего врага нашли. Опять из-за чего? И те ревнители, которые старобрядцы, умирали, конечно, ради этих обрядов. Оставались в тех храмах, их сжигали, они даже не выбегали. Ну, кто-то, может, убегал. Ну, сожжены были тысячи. История нам оставила старобрядца. У любого старобрядца спросите. Православный вам этого не расскажет. У старобрядца спросите. Узнающего, конечно. Теннель тоже есть. Я внешне только православный старобрядец. А так мне все до лампочки. Вот. Но узнающих узнайте, наверное, у их лидеров. Какого-нибудь там общины, он вам все расскажет, да. И там есть и все, и сохранены данные. Ну, хоть насколько дошли до нас, да, сколько это было убито, да, теми же самыми людьми. И, и эти, казалось бы, фанатики, они хотя бы умирают за свои, да. Но в кого превратилась вторая половина тех, кто находился в этих храмах? В инквизиторов. И поэтому вчерашний а, ревнитель, фанатик, готовый умереть за. А, за свою, ладно бы веру, действительно, за истину, за жизнь со свою, за святую, как это сделал Иисус. Иисус умирал не за обряды, не за культы. Иисус умирал за что? Ну, формально за богохульство в их голове, которые они придумали. А умирал он за добро, за любовь, которую он творил, которую просто ненавидят человечество. И вот эти вот ревнители вчерашние по культу, какими были, и палачи Христа, все его судьи и так далее, весь этот народ бесноватый, они в кого превратились тут же? Точно так же, как я уже вам в этом ролике показал, я говорю, не буду ничего делить, национа националист превращается в нациста, патриот, я вам видите, даже словами подписал, чтобы все красиво было на экранке, может кто-то все кто сохранит или что-то такое. Точно так же, как патриот превращается в фашиста, точно так же, как славянофил превращается в расиста, Тут жалко у меня слово ненависть перечеркнулось Точно так же ревнитель по и, и, по, по культу превращается во что? В инквизитора. Из вчерашнего ревнителя, да, он тут же спокойненько как, кем становится инквизитором. Все это очень важно понимать. Все это очень просто. И более того, мои слова, что подтверждает история, печальная история всего человечества. Как Иисус говорил, от, ну да, от, от Адама Евы, Каина Авеля, от всех пророков, через Иисуса Христа, и потом, как Он сказал, со всеми моими последователями и всеми людьми света. Всегда будете гонимы, убиваемы, и все это будет во всей истории. Причем будьте зачастую вообще даже не за истину, так, ну, так скажем, да, пря прямо, а за, за плоть. Вас будет убивать просто вот, ну, по-простому -по сказать, просто идиоты. Бессердечные, идиоты, не познавшие истину. Вот так вот. Добавочка очень важна, считаю, в один ролик я все это смонтирую. Да. Точно так же. Это не безобидные вещи. Ревнитель, вот этот, как я еще раз показывал, да, он своей ревностью это не любовь к Богу его. В ней невозможно возрасти. В этой ревности по культу, чем ты больше возрастаешь тем ниже ты спускаешься на дно ада. И из такого ревнителя, простого, да, даже до положения своей жизни, ты докатишься в оконцовке до инквизитора. Вот и все. Докатишься, потому что чем больше ты будешь ревновать по своему, фанатично ревновать по своему да, культу, по своей так называемой церкви, религии, ты из положителя своей жизни докатишься до убийства, уничтожения жизни с тобой несогласных. Вот и все. Вот это очень важный момент, я хотел дополнить. Во всем этом, конечно, я все это, конечно, и так говорю, свободе слова, но мне, в общем-то, хотелось бы, чтобы в этом ролике все одно было. Этого всего и же с ним, там можно еще, может, что-то, да? Мы с вами такие крупные вещи разобрали. Вот эти вот у нас вот с вами четыре получилось таких столбика, да? В жизни можно еще что-то добавить. Главное смысл, я надеюсь, вы его уяснили, да? Есть любовь. Есть, есть два понятия. Есть любовь и ненависть. Добро и зло. Тьма и свет. И между ними действительно есть разграничения. Вот это все важно понимать. И стоять за истину, да. Если бы эти люди, так называемые, действительно с друг другом выясняли отношения не мордобоем, конечно, не, не убийством на кострах или у стен, расстрелами у стен, а люди действительно, один был на стороне э, тьмы, другой на стороне света. И, ну, в общем-то, чем занимался Бог любовь и вешать во плоти. И вот они бы хоть что-то тут выясняли, да, это две, это чем вот я занимаюсь, да, то что да, любовь это грань, добро это грань между злом и добром, между любовью и ненавистью, между светом и тьмой. Вот единственное, о чем должны люди спорить и выяснять, причем опять же не физически там ломает человека, психологически телесно-духовно, душевно, духовно. Нет, не, не имеется в виду так, а словом: словом, праведным словом, обличительным словом вот так только это делается. А это все плоть, это все чепуха. Еще раз скажу: кто будет, конечно, смотреть, уже все это видел. Вот это все просто выкиньте из своей жизни. Да. Все, все, все свое сознание и все свои мысли сконцентрируйте в жизни только на одном на любви любви настоящей. Это легко понять, что это такое. Это это единственное ее определение, очень простое. Поступать с другими никогда, ни при каких обстоятельствах, не делать никому ничего, что ты хотел бы, чтобы не делали тебе, да, ни, никакого зла не причинять, никакой боль, никаких страданий, сознательных, да, реальных. Я уже много раз оговариваюсь всегда, это не говорит о том, что ты не обличаешь грешника, доставляя ему вдруг дискомфорт, не любовь, вернее, страдания и боли. Да, это боль ему полезное это боль его должна изменить, потому что он в своих грехах сам несчастен, сам будет страдать. Это как раз любовь. Вот. Я имею в виду действительно сознательном зле, да, и наоборот, делать другим то, что ты хочешь, чтобы делали тебе, чтобы тебе доставляли радость через удовольствие, наслаждение жизни. Вот так вот. Это единственное все, что должно интересовать человека в этой жизни. Ну, на этом у меня теперь все. Подписывайтесь на канал. Кто не подписан, делитесь этими роликами на своих ресурсах, у себя в соцсетях и каналах. Напишите ну, ваш комментарий, я все читаю. На что могу, как могу, отвечаю на ваши какие-то вопросы, там, мысли. Пока-пока.